Проект мы собрали 50 малознакомых людей, и поэтому именно на старте такие мероприятия очень важны для формирования общей команды. И те испытания, которые выпали на нашу участь в последние 3 дня, они очень сплочают, и я вместе с ними проходил все эти мероприятия. И я верю, что вот теперь мы единая команда, и те цели, которые ставят перед проектом, мы выполним на все 110%. На сегодняшний момент мы прошли очень много обучения, которое нас сблизило, во-первых. Во-вторых, мы стали больше доверять друг другу, у нас появились общие цели. Проектную команду по развитию производственной системы каждый из нас пришел со своими знаниями, компетенциями, со своим опытом. Перед нами стоят очень амбициозные задачи. И проведя здесь эти несколько дней, мы поняли, что все задачи и цели мы достигнем.